В двух чтениях областные парламентарии утвердили закон о внесении изменений в региональный бюджет на 2019 и на плановый период предстоящих 2 лет. Также на очередном заседании депутаты поддержали поправки в федеральный закон о государственных закупках. С учетом поправок в 2019 году предусмотрено увеличение доходной части областного бюджета на 86,5 миллионов рублей. В расходной части бюджетом предусматривается увеличение бюджетных назначений. Это касается обеспечения лекарственными препаратами, медизделиями отдельных категорий граждан, развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Верхневолжья, увеличение расходов на 1 420 000 000 рублей, на предоставление субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности в целях возмещения отчасти затрат, связанных с приобретением сырья, будет выделен 51 миллион. Дополнительные средства будут направлены и в другие сферы. На заседании был рассмотрен законопроект о внесении изменений в федеральное законодательство, касающееся госзакупок. Документ направлен на совершенствование контрактной системы госзакупок. Он предусматривает упрощение закупочных процедур и сокращение их сроков. 44-й закон, который, значит, сегодня, по мнению многих, мешает начать вовремя производство работ. Долгие процедуры торгов, долгие процедуры согласований. Вот, и расчет на то, что, значит, вот с принятием, значит, этих поправок, которые сегодня рекомендованы, значит, этот закон быстрее сработает и быстрее начнется производство. Уйдет вот этот ненужный срок, мы сейчас вот этих ненужных согласований, значит, а может быть нужных, но очень продолжительных и затянутых. Ключевое нововведение – возможность подачи заявки в закупки строительных работ при условии предварительного предоставления участникам документов об опыте выполнения таких работ в составе аккредитационных сведений. Возможность изменять условия контракта по строительству при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. А также возможность изменять условия отдельных контрактов, заключенных с единственным поставщиком. Дорожные работы. Мы сами видим, что порой начинаются, значит, так сказать, тогда, когда начинается, значит, уже середина года. И потом видим, что они в конце года, значит, в конце сезона, даже не года, а сезона, значит, заведомо кладутся, значит, в непогоду, в неприятных условиях, осени. А надо начинать сейчас вот. А сейчас вот как раз мешает все, значит, чтобы начать вот все эти согласования. Рассчитываем, что принятие этого закона, поправок, вернее, значит, решит эти проблемы. Непосредственно в тексте законопроекта содержится 11 основных норм. В первом чтении его уже приняла Госдума. Ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки, подготовленные рабочей группой парламента России по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ услуг для обеспечения гос- и муниципальных нужд.